Хей, с вами Шимки, и мы продолжаем проходить игру под названием Dark Souls Remaster. Да-да, тот самый Dark Souls. Окей, короче, я так подумал, пускай она все-таки живет. А мы поубиваем других хранительниц огня, чтобы улучшить наш флягу с экстусом, да? А я, короче, выбрал, что мы будем прокачивать. Именно по орудию, ну, по орудию, да, и вообще, какой пойдем элемент заточки. Мы будем просто затачивать оружие. Мы не будем никакой брать элемент, потому что. Что для меня сейчас самое важное? Нам нужно отсюда выбраться. Ну, понятное дело, что это самое простенькое, да? Это просто свалить отсюда. И второй такой моментик у нас. Оказывается. Все-таки я мог отсюда выбраться. Ну, именно подняться, да, там. Но я настолько туп, что я этого не смог сделать. Так, а я человек или нет? Не, нежить. Слишком смуглая кожа. Так, щит яда. Тут у нас лук. О, у меня тут это. Он как-то очень тяжело. А ну-ка, если в дверке. Слишком медленно атакует. Почему так медленно ей атакуешь? Ой. Так, тихо. Стоять. Как там? F-R-M. Блять, окей. Делаем по-другому. ДД 16-12. Короче, а у меня есть как раз 16. Скачем. Нужно с вами выносливость до 40, силу поднять до 40. Жизняки нужно поднять до 40. Так, сейчас нужно так пробежаться. Ну, побежим давайте с этой стороны. Блин, мне бесит разрывы на экране, но главное то, что у вас нету разрывов на экране. Может голеньким пробежаться. Меж. Ага. Давайте я голеньким пробегусь. Как видите, здесь поменьше будет статуса яда. Ой, ебать! Ой, малой, все. Так, отдыхаем кострищем. Быстренько одеваемся. Так, костер. А, бездонная шкатулочка. Нам нужно орудие. Так, тесачки, это все убираем. Дубинки. Так, лук оставлю. Это что, железный посох? Я понял. А, щит пускай будет. Пускай будет. Еще пригодится, может быть. Блин, нужно, чтобы сразу показывали вещи, которые у меня уже есть. Типа на складе можно было переключаться, но это скорее всего в других частях будет игр, да? Так, а теперь бежим. Мне нужно будет этих поубивать, каменных стражев, для того чтобы позаработать. Да, насчет вот этой херни, где мы сдыхали постоянно. Типа, какого черта я залез наверх, а там не было лестницы, да? Сейчас поймете, в чем херня. Главное сейчас не лохануться, не сдохнуть. Как обычно. Вот это самое опасное место для меня. Подняться, не сдохнуть. Найс.
Отлично! Отлично. Ну, куда начал бессмертие, да? Символ Арториас открывает дверь в саду темных корней, запечатана дверь магии. Да. Да. Круто. Круто тень. Как я обожаю эту игру. Особенно вот это место. Друг, ты со мной, да, идешь? Блин, все, он меня покинул. И главное фиг, я не знаю, как нормально сюда залазить. Прикиньте, вот спидранеры, да? Хотя. А. Ну какого черта? Алло! Что за херня? Пипец. Хорошо, давайте я не под наклоном буду, а ровно делать кувырок. Хотя, может, мне не кувырок, а просто движение вперед делать. Тоже как вариант. Окей. Мне кажется, у меня серия закончится, пока я отсюда выберусь. Я, короче, если что, посмотрел другие части игр Dark Souls. И меня так там впечатлила одна механика. Связана с кольцами. Знаете, какая? А дело в том, что там на кольцах тоже есть прочность, и кольца ломаются. Ну, хотя, если смотреть в этой игре... Фух. Что мы не так уж часто оружие чиним, поэтому такое... Короче, я не заметил вот чего. Здесь, оказывается, была лестница. Понимаете? Здесь была все время лестница. Откуда я мог знать, что тут лестница? Так, нужно комара грохнуть. Он за мной гонится. Ой. Подмога прилетела. А, еще один. Так, больше здесь ничего не пропускаю. Пипец, локация темная. Хэштег темная тема, ребят. Мимик? Нет. Не мимик. Окей. Ключ к руинам Нового Лондона. Здрасте. Та-та-та-та. Ключ от жилища, глубины Нового Лондона. Ключ к руинам Нового Лондона. Ключ от железной решетки, разделяющей руины Нового Лондона и долину драконов. Руины Нового Лондона были изолированы из-за проклятия призраков. Так, угрожающие жизни и духу. А в легендах также говорится об ужасном тьме, запечатанной там. А мне кажется, для меня тьма будет это вот это, когда мы сейчас дальше пойдем. То, что я там вижу мужика с палочкой. Привет. Ой. Как дела? Как живем? Как поживаем? Пока. Ладно, так прошло. О, выпало. Навозный пирог. Так, еще вижу одного. Давай, приятель. На самом деле, они довольно неповоротливые.
Ой. Их можно рубящим ударом просто так херячить. Тихо. Хотя у щита не 100% по идее защита, то он довольно хорошо защищает. Ты один? Вау, вау, вау. Ну, как видите, они не такие уж сильно поворотливые, поэтому их можно таким вот обычным способом убить. Пипец, здесь темно. Прикиньте, если тут засада была бы. И фиг ведь ее разглядишь. О, я вижу свет, я вижу выход. Я вижу свет, я вижу выход. Изи. Выход. Долина дракона. Изи, изи, изи. Большая душа. Ключ от руин Нового Лондона. Так, Нью-Лондон, отлично. Привет, пацаны. А мы с вами, помните, здесь уже были, когда мы душу зарабатывали? Когда душу этого... А, вы поняли, короче. Девчулин. Если что, мы сейчас вернемся туда. А мы, кажется, туда... Еще за этим бегали, если не ошибаюсь. А ну, стоять. А, за колечком вот этим, на атаку. Так, я не знаю, на что поставить, на защиту лучше или на урон. Давайте, наверное, атаку. Хотя защита тоже хорошо. Так, храм огня. Я не помню, наша хранительница еще жива. А, тускливый капюшон, тускливая накидка, тускливые перчатки, оскверненная юбка, черное око. Классно. Ой, блядь, я просто знаю, что это значит. Ага, тусклый капюшон носит хранительницы в храме огня. Считается, что когда-то это был белый женский капюшон, но за годы он потемнел от дыма и золы костра. Круто, тень. Считается, что когда-то это было белое женское, да. Да, да. Да. Класс. Класс. Класс, 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 класс. Минус костер, изи, просто изи. А, привет. А тебе удалось ударить во второй колокол? Должен признать, это невероятно, но у нас новая проблема. Да я вижу! Шумно храпит и убивает дыханием. Скажу тебе, тут нет до шуток. Кто убивает дыханием? Оу, щит, здорово! Кью! А, здравствуй. А кто звонил в колокол пробуждения? Ты? Я изначально Змей Королевский, искательный Ф.С. Фрамтл, близкий друг великого повелителя Гвина. Избранный мертвец, что прозвонил в колокол пробуждения. Я хочу рассказать тебе о твоей судьбе. Ищешь ли ты знания? А, ну давай. Очень хорошо, тогда я с радостью расскажу тебе, что знаю. Избранный мертвец, твоя судьба стать наследником великого повелителя Гвина. И огнем разгораться тьмы, чтобы знать проклятие нежити снять. Да, для этого ты направишься в Анорлонд и заполучишь великую чашу. Так, как я понял, я туда еще приехать не могу, да? Да, скорее всего, будет смерть. А то, что нету огня, вот это еще обиднее. Знаете почему? Что-то обидно. Нет границы.
Костер вожечь невозможно, пиздец. Охренеть. Ну чё, пацаны, минус фляга 15 уровня, да, как говорится. Зато плюс сет. Да, классно. Изи, 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 изи. Мы отправимся в Анарлорда, ну для начала. Я хочу кое-что сделать, а для этого нам нужно вернуться сюда. Долина драконов. Ну, это, знаете, чисто, если я еще их не убивал, его не убивал. А не. Парниша лежит, чилит. Тогда все нормально. Вот он, парнишка, которого я хочу сейчас немножко покалечить, так сказать. Так, давайте я, наверное, сразу щит переключу на треугольный. Тут, если что, залезть можно. Ладно, лучше отбежать. И побежать. Воу! Ну, здесь стратегия у нас слегка. Да. Ладно, я понял. Скорее всего, она меня убьет, да? Таксинки. Я просто боюсь на нее наступать. О! Блин, что делать? Просто с лука его застрелить. Ой, ты слишком громкий, слушай. Давай я отбегу. Слишком громкий. Он слишком громкий. Интересно, ему хотя бы хп сношу там? Ну, походу, сношу. Да, слышу. Так, кстати, у меня только эти пули есть. Ну, блин, ну эти мне жалко тратить, они подороже будут. Ну, в голову хотя бы ему побольше сношу. Еще немного. Уже почти. Ну, я просто могу как бы залезть на тот бугор и попытаться его с рук убить, но вы понимаете, что мне придется бежать с самого низа. Это не очень классно. Мне легче его вот так расстрелять просто в голову, когда он ни хера не может сделать. Я просто не знаю, ваншотнет он меня рукой или нет.
плюс наложение яда по мне будет. Скорее всего, это сильный токсин, тот, который эти щубрики на меня накидывают. Блин, ну то, что хранительницу огня, конечно, прикончили, это довольно не круто, потому что нам придется черноока юзать в кое-каком месте. Это очень далеко идти. И очень сложное то место будет. Это вот это ворота сначала, которые мы открыли, да, с вами в замке. Нужно сначала туда попасть и пройти в другую локацию. Ну, там есть сундуки, и там есть и мимик, если не ошибаюсь. А я, скорее всего, не ошибаюсь. Да, вот парниша вообще ни хера нам не может сделать. Сколько это уже стрел я на него использовал? 100 есть? Типа я могу подбежать, ударить его мечом, да, добить. Кто-то скажет, ебать ты, конечно, да, он тратишь 5 минут на дракона, когда ты мог просто с 5 ударов его убить. Ну, знаете, мне норма. А, еще не каждая пуля в него попадает, ладно. Возвращаемся к Шейм. Просто вот мне чисто из-за того, что я не хочу бежать с самого начала. Если у нас костер уже здесь был бы, тогда да, типа, можно не бояться прибежать. А так? Ну нафиг. Конечно, я мог бы его бомбами убить. Взрывными. Почему-то я это забыл сделать. Ну, ладно. Кажется, взрывом бы его. Вам, дракон. О, драконья чешуя. Ништяк. Ништяк. Астрорский прямой меч. Щит с эмблемой дракона. Душа гордого рыцаря. А, так, предметы. Ага, прямой астрорский меч. Ого, оно даже на магию заточено. Ц. Так, тип оружия прямой. Прямой меч неизвестного рыцаря. Скорее всего, одного из правителей Асторы. Благословенное оружие отличного качества. Это, если что, оружие у нас против скелетов подойдет, который то на нас, так сказать, нападает. А потом нам что еще дали? Щит. Щит с эмблемой драконом. Так, щит неизвестного рыцаря, скорее всего, Асторы. Так, зачарованный синий щит. Щит с изображением дракона отлично защищает от урона огня. Хорошо. Замечательно. Так. Ну, в принципе, туда можно не бежать. По причине того, что нахер оно мне нужно. Нам сейчас с вами нужно прибежать в город Нежити. А именно к этому. Скажите, я вам скажу. Фу, к замку. Нужно к кузнецу пробежаться. Короткий путь это через... здесь через лифт и по прямой. Можно еще пойти этого бродячего демона попытаться убить. Ну, которого то типа без одной руки, который еще с палкой какой-то бегает. Типа челит, я не знаю, что он там творит. Типа сбегать за ним. Блин, а мне кажется, на уровне не хватит, да? В принципе, я могу души этих юзать. Черное око позволяет вторгнуться в мир убийцы, хранительницы огня и победить виновного, чтобы освободить ее душу. Черное око всегда смотрит в сторону города богов Анарлонда. Нам, короче, нужно в Анарлорда, чтобы получить душу вот этой же... Хранительница огня. Да, там специальное место есть, отведенное для этого. А для того, чтобы научиться телепортироваться между локациями, нам нужно с вами уже это. Урна.
за которую вот мы сейчас с вами идем. Чисто за которым мы идем. Тихо. Вот откуда стрелы? Я понимаю, что стрелы где-то сверху вот летят. Откуда-то оттуда. Но откуда? Почему они вообще сюда летят? Вот, слышите? Ой, бля, куда я побежал? Вот я дурень, а. Нахера я сюда бегу? Кто его вообще знает? Если мне нужно в этот бежать. Так, слышите, а что, уже с серии туда-сюда уже, считайте, заканчивается? И что мне тогда робить? Ладно, давайте хотя бы тогда пробежимся. Блин, даже, знаете, то чувство, когда в этой серии ничего такого не произошло. Ну ладно, мы убили дракона, это единственное. Мы убили дракона, все. Пипец, меч классный. И вот если бы еще на конце здесь это было бы, голова скелета была бы вообще ништяк. Либо вы здесь, типа, на кончике меча. Ну, выглядело бы классно, по крайней мере. К вам побежали. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо. Бежит он за мной. Так, гоу сразу к кузнецу. А, вижу у тебя замечательный уголь. Был бы у меня, так и я бы выковал могучее оружие. Ты не хочешь отдать мне? Ну, возьми. Это великолепно! Я не разочарую тебе. Жду не дождусь, когда начну работу. А, так давай, наверное, усилить оружие. А, мне нужно демонический титанит. Понятно. Починить снаряжение. Ну, как видите, не такое уж все дорогое. Так, поговорить, купить предметы. Может, стрелы купим? Гость, не дай себе прикончить. А, давайте сначала я забегаю к этому, к костру. Повысим уровень. Ушки начнут за что-то цепляться. Ой, мне 10 тысяч надо, ё-моё. Ну, давайте, короче, ходячего демона прикончим тогда. Так. Снова тебе что надо? Купить патроны. Почему бы нет? Не, длинные я не хочу покупать. Все, короче, остальное будем тратить. Все, изи. Ой. Да ёлки-палки. Бац.
Бац, бац. Изи демонический титанит. И еще мы можем с вами сбегать в катакомбы и забрать там титанит, как бы нам позволено. И мы это можем сделать запросто. Так, ладно, отдыхай, мы погнали, наверное, в замок в следующей серии, да? Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи, до новых встреч, друзья, всем пока.